лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Посмотри, в брызгах солнца весеннего золотятся, горят купола. Здесь святая, блаженная Ксения, как и мы, в Петербурге жила. Светит мне в лабиринтах дорог из часовни святой образок. И пока этот свет на груди, с ней легко и спокойно идти. Вот иду я по Лахтинской улице, что Андрея Петрова была. Здесь другие бродяги сутулятся, и рассвет золотит купола. Светит мне в лабиринтах дорог из часовни святой образок. И пока этот свет на груди, с ним легко и спокойно идти. Так же шла и блаженная Ксения петербургской тогда стороной. И звучала молитва спасения, и сиял этот свет над него. Светит мне в лабиринтах дорог из часовни святой образок. И пока этот свет на груди, с ним легко и спокойно идти. Весеннюю дома бывшего Ксении нет, но осталась молитва спасения, но остался божественный свет. Светит мне в лабиринтах дорог из часовни святой образок. И пока этот свет на груди, с ним легко и спокойно идти.
Спасибо, Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях автор-исполнитель Наталья Петрова. Здравствуйте. Вот, Наталья, послушала песню вашу. Не, я думаю, что не зря вы выбрали ее, да, в самом начале передачи. Вот расскажите, что у вас связано вот с именем блаженной Ксении Петербургской? Ну, с именем Ксении Блаженной можно сказать, что связана вся жизнь, потому что мы часто в Петербурге бываем у часовенки Ксении Блаженной и молимся ей, и всегда с молитвой все от матушки Ксении нам приходит, приходит помощь. Об этом написано, написано много песен о Ксении Блаженной, и у меня вышел в 2003 году целый диск, посвященный Ксении Блаженной, где, в общем-то, все песни так или иначе связаны с именем Ксенюшки. Поэтому эта песня уже как символ Петербурга, символ часовенки, символ всех, кто любит матушку Ксению, кто приходит к ней с молитвой. Я сам, знаете, я был еще не воцерковлен, но вообще, можно сказать, неверующим. Я жил на Пушкарской улице. Совершенно не знал. Я ходил в этот садик и садился на скамеечку. Мне так тянуло туда, в садик. Сижу и долго не могу ходить. Думаю, что такое? Что здесь такое? Я пытался, так как я стихи писал, я пытался поэтически как-то раскрыть этот секрет. Вот. Я называл этот садик ушедших теней вот, в своих стихах. А потом, когда я стал воцерковляться, я узнал, что вот я буквально сидел на месте разрушенного храма апостола Матфея. Да, прихожанкой которого была Ксения Блаженная. Да. И, видимо, вот эти места, они настолько притягательны, все, что связано с нашими святыми петербургскими. У меня много очень случаев, и прихожан, и моих родных, они бегут. Как что, чуть что только плохо, или что-то такое, надо решить какую-то проблему, бегут на Смоленское кладбище, выпрашивают, вымаливают. Вот такое вот имеет она заботу о нас, блаженная Ксения. Ну и не только Петербург, может, весь мир. Конечно, конечно. Вот и часовенки. Туда приезжают и из разных стран, из Америки, из Австралии, откуда только не едут. Да, и удивительно, что сейчас заканчивается строительство церкви Ксении Блаженной на Лахтинской улице, вот, где она жила со своим мужем Андреем. Mm. И когда я писала эту песню, еще вопрос не решился со строительством этого храма. Там многие протестовали, местные жители, вы знаете, да, эту историю. А я знаю историю. Да. Геннадий Павлович Фомичев, да. Мой друг, архитектор, это да. Геннадий Павлович. Да. И вот я написала такие строки, что вот иду я по Лахтинской улице, что Андрея Петрова была, здесь другие бродяги сутулятся, и рассвет золотит купола. То есть уже с верой в том, что будет построена эта песня. И вот сейчас действительно уже скоро купола золотятся. Милость Божия. Вот еще одно такое святое место, очень такое значимое для Петербурга, знаковое, может. Вот, ну а почему гитара в ваших руках оказалась? Гитара. Вы журналист, я знаю, да, насколько я знаю, по профессии. По профессии журналист. Что журналисты с гитарами, да, обязательно должны быть? Ну, у меня как бы образование музыкальное по классу фортепиано. Вот, ну а гитара, поскольку фортепиано везде с собой не возьмешь, поэтому везде в дороге и в походных условиях вот гитара... Помогает. Ну, вы песни когда начали писать? А песни писать я еще со школьных лет начала. Только тогда это были обычные песни, авторские, про природу, про город. Ну, как обычно начинают школьники писать. Mm. А потом уже
когда произошло крещение, воцерковление, тогда уже начала писать и духовные песни. Ну, можно сказать, хорошо у вас все это идет по одной линии. Или были какие-то трудности, как вот на этом творческом пути? Или постоянно ровно вы так возрастаете? Искушений никаких не было? Искушения всегда бывают, когда начинаешь духовной музыкой заниматься. Вообще любой человек, когда вот верующий берется за какое-то дело Божье, ну, всегда бывают какие-то искушения. Вот у меня, например, там с голосом тоже проблема часто бывает, потому что вот в Петербурге климат такой не способствует. Вот. А у вас поставленный голос, вокал, вы занимались постановкой голоса или так, как Господь дал? Только в хоре пела, когда училась. Понятно. А вот мне очень хотелось бы знать, прежде чем прозвучит следующая песня, знаете что? Ну, вот часто вы выступаете вот, для людей, приглашают вас, или где вы поете? Где вас можно увидеть, услышать? В основном я выступаю на благотворительных концертах, которые организует фонд «Свет». И мы на этих концертах собираем пожертвования для онкобольных детишек. Вот. И эти концерты бывают обычно в Лавре проходят. У нас каждый год бывают благотворительные соборы. Уже 5 соборов прошло. На этих соборах тоже я иногда выступаю. Вот, ну, последние 2 года у нас хор духовенства выступает, уже на таком высоком уровне проходят эти соборы. А наши лаврские встречи могут туда попасть, на эти соборы? Участники вот, передачи лаврские встречи? Много. Или, наверное, они уже, наверное, бывали? Там формат такой классический, то есть, ну, это все нужно все это как бы так соизмерять, чтобы все хорошо было. Но у нас вот дело в том, что тематика такая вот посвящена, ну, в общем-то, в основном духовные песни, да, все духовные песни. Несколько раз мы делали такие сборные, вот эти соборы, когда приглашали народных артистов. Что такое собор? Вот не понимаю, что такое собор. 5 соборов. Вот, Вселенский собор, я благотворительный знаю. Собор, но мы так назвали. То есть там сбор средств. Помощи, да, онкобольным детям. А почему вот, я не слышал об этом, мне никто не рассказывал. Где это, об этом можно узнать? Как туда можно прийти? У нас каждый год они происходят приурочены к Дню памяти святителя Николая Чудотворца зимнего. И бывают зимой. Вот, или перед святителем Николаем. Вы что-то арендуете, театр или что? Площадку какую-то? 2 года у нас проходил он в Смольном соборе. Потом, когда уже вот Смольный собор, там концертную деятельность стал немножко уже там сворачивать, поэтому дальше мы уже проводили в Большом зале Политехнического, в Белом зале Политехнического университета. И потом уже в Большом зале филармонии. В большом зале серьезные филармонии, да. Точки. Спойте нам еще что-нибудь, потом расскажете. Солнышко в пруд легло.
на донышко. В дом вошло, где маменька, где отец родной. В том селе на родине травы да смородина, ароматы клевера и грибны в дожде. В это место тихое в садик с облепихою из хмурного севера я спешу скорей. Родина забытая с окнами забитыми отшумела, отцвела, и дома пусты. Помолюся Богу я, чтоб в дома убогие вновь, как прежде, жизнь пришла, расцвели цветы. По полям нескошенным, по лугам заброшенным, по забитым ставенкам, по траве густой пробежало солнышко, в пруд легло на донышко. В дом вошло, где маменька, где отец родной. Господи, я понял так, что не только о детях больных, но и о родине. И из этой песни, я так понимаю, яствует, что вы где-то родились, да? Я родилась в Псковской области, вот, в городе Великие Луки. И деревня у меня находится в Лакнянском районе Псковской области. И вот много думаю о нашей малой родине, о глубинке. О том, что, в общем-то, не все так гладко, как хотелось бы в наших селах, что поля не скошенные, заброшенные, луга, которые зарастают борщевиком. Вот, кстати, тоже проблема. Да. Я все время без содрогания не могу смотреть на это. Да, которые уже земля потом пользоваться нельзя. Забитые дома. Вот, идешь по деревне, и целые улицы таких вот брошенных, забитых домов. Вот только хочется верить, что вернутся люди в деревню, и вновь она оживет. Той деревни уже не будет, конечно, да, как раньше. Той деревни не будет, конечно, потому что, как вспоминаешь, вечером, когда гнали коров, стада, вот они идут и идут под окнами, полчаса могут идти, а теперь вот ни одной коровы уже не идет, нигде не мычит ничего, петухи не кукарекают, то есть как-то все это очень... А храм там был у вас? Грустно. Храм рядом с деревней вашей? Рядом с деревней нашей был храм в честь святителя Николая Чудотворца и Сергия Радонежского. И вот, кстати говоря, сейчас люди пытаются восстановить этот храм. Вот газета «Вера», я показываю, в которой я писала материал о возрождении этого храма. Храм находится в урочище Заклика Лакнянского района Псковской области. Вот. Вы можете посмотреть на сайте газета «Вера» и помочь как-то, кто желает,
пожелают откликнуться. Храм очень замечательный в том плане, что он богатой историей. В этом храме, по преданию, венчался наш великий полководец Кутузов. Там установлен памятный камень в честь этого события. Вот. И люди взялись сами добровольцы восстанавливать этот храм. Проводят там каждый год фестивали. Туда приезжают и авторы-исполнители, в том числе вот и вы можете поучаствовать в следующем году. Когда это вы сказали? Это обычно летом бывает. Ну вот дополнительно можно будет посмотреть. Все. Или в группе ВКонтакте, как у них на Святителе Николая. Я уже в этом году третий раз, четыре раза был в Псковской области. Прям тянет меня туда. Да. Такие удивительные места. Там рядом находится кладбище, где похоронены мои бабушка и дедушка. Вот, и много людей, которые посещают это кладбище, и вот они заходят в этот храм, но уже, слава богу, осветили его, и литургии там проходят, хотя редко, но уже были на празднике престольные, поэтому хочется верить, что храм будет восстановлен. Дай бог. Спойте еще что-нибудь своего репертуара. И еще вот хотелось бы исполнить песню о Пскове, которая называется «Звон над Великой». Прекрасный город. Кто был там, непременно захочет еще раз побывать. Да. С древней историей, такими намоленными храмами старинными. Его называют «Домом Пресвятой Троицы». Что Ольга Равноапостольная, да, там заложила храм, да, Святой Троицы в Кремле. Да, Псковск. Поэтому такой. На висках домов первый луч весны. Древний город Псков пьет святые сны, где душа тонка пьет молитвы свет. Там течет река, унося от бед. Звон над Великой, ангелов лики смотрят на город с небес. К людям, как прежде, сходят с надеждой дни в обрамлении чудес. Колокольный звон поднимается, и повсюду он разливается. Поднимая, пробивает он глубину веков. Колокольный звон от святых ветров. Звон над Великой, ангелов лики смотрят на город с небес. К людям, как прежде, сходят с надеждой дни в обрамлении чудес. Здесь святая Ольга в былые дни на века надолго зажгла огни. Люди с древних дней Богу молятся. Среди святых огней Дома Троицы. Звон над Великой, ангелов реки смотрят на город с небес. К людям, как прежде, сходят с надеждой дни
обрамление чудес. Прости, Господи. Такой духовный гимн города Пскова. А вы там в Пскове не исполняли эту песню никогда? Псковичи не знают, да, этой песни? Псковичи вот не знают. Надо. Первый раз услышат, наверное, пусть, из да. нашей программы. Поклонным псковичам. Молодец. Держат они хорошо город, у них аккуратно все. Любят город, видно все это. Там же рядом Печоры. Да, да, очень замечательный монастырь. Тоже недавно там была. Да, и я тоже. Что-то я вас там не видел. Ну, наверное, в разное время. Я к старцу Адриану езжу. Да. За советом туда. Да, ну вот мы к нему, к сожалению, не попали, когда были. Болеет. Болел, да. Записочки написали. Так что спасибо, Господи. Ну, слава Богу, есть такие молитвенники. Да. Ну, в общем-то, для первой части передачи достаточно у вас и материала, и разговора. Я попрощаюсь со зрителями. Вот, и встретимся еще на одной передаче. Дорогие мои, первая часть нашей передачи с автором-исполнителем Натальей Петровой закончена. Всем Божье благословение и ангел-хранителя. Спасибо, Господи.